the legend was there, but then once we started to work on it, it was our interpretation and then my interpretation of it. So it kind of took any weight from it being intimidating or upsetting and made it more exciting, really. По сути, вся легенда, она воплощена в фильме, и моя героиня, она очень упрямая, такая целеустремленная, она добивается того, что ей нужно любой ценой. И поскольку она еще и принцесса, были некоторые сложности, но Пол нам очень хорошо помогал и помог нам переработать, интерпретировать эти роли и эти характеры героев. Поэтому в некотором роде вот то, что мы с ним вместе работали и разбирали каждого героя, его действия, это облегчило вот эту вот задачу и стало легче воплотить героев из легенды в жизнь. Yeah, likewise, I reread the legend, and whilst it was helpful to be familiar with it, really all of my work was concerned with the script and the contemporary world that it was set in. Я также, конечно, перечитала легенду, освежила ее в памяти, но при этом, так же, как и Рут, я скорее работала над современной интерпретацией и именно ее, именно своего героя, который был описан в сценарии, а не в легенде, уже пытался сыграть и пытался передать это в фильме.